Мультимедийная платформа Adobe Flash Player делает пребывание в сети интернет более разнообразным и интересным, ведь с его помощью отображаются любимые миллионами пользователей видеоролики и анимация. Некоторым они настолько приходятся по душе, что пересматривать их хочется снова и снова. А кому-то эти видеофайлы нужны в учебе или по работе. Как бы то ни было, каждый день тысячи пользователей задаются вопросом, как сохранить видео, просматриваемое с помощью Flash Player на своем компьютере. Сейчас мы разберемся в этом вопросе. Для начала следует уяснить, что сохранить видео в форматах SWF и FLV, а именно эти форматы воспроизводит наш плеер, можно несколькими способами. И что самое интересное, скорее всего, оно уже и так сохранено на вашем компьютере. Если вы, конечно же, просматривали видео. В этом случае нужный файл следует искать в кэше. Но этот вариант мы оставим на рассмотрение опытных пользователей. Мы же постараемся найти способ полегче. Дело в том, что большинство популярных интернет-браузеров дают возможность установки дополнительных плагинов для закачки флеш-видео. Разработанные пользователями для пользователей, они позволяют сохранить понравившийся ролик практически парой кликов мышью. Например, в Opera можно установить расширение Flash Video Downloader. Его тезка существует и для браузера Google Chrome. Работать с ними просто, да и удобное расположение прямо на панели поиска значительно экономит время при работе. Несколько сложнее придется адептам браузера Internet Explorer. Им нужно устанавливать отдельную программу. Но о них мы поговорим несколько позже. А установку плагина мы рассмотрим на примере браузера Mozilla Firefox. Для него разработано замечательное дополнение под названием Flash God. Для установки запускаем браузер и в главном меню выбираем пункт «Дополнение». В открывшейся странице нас интересует строка поиска, находящаяся в правой верхней части окна. Самый простой способ получить нужный плагин – просто найти его с помощью поискового механизма. Вписываем Flash God и нажимаем Enter. В списке результатов выбираем нужный плагин, узнать который можно по фирменному изображению молнии, и нажимаем «Установить». После установки перезапустите браузер. Теперь при открытии страницы, содержащей флеш-файлы, в правом нижнем углу окна будет появляться мигающая кнопка дополнения Flash God. Для загрузки файла нужно просто нажать на эту кнопку и указать место на вашем компьютере для его сохранения. О процессе загрузки можно узнать, выбрав в меню раздел «Загрузки». Файл будет сохранен в формате Flash Video. Собственно, алгоритм действий по установке плагинов в других браузерах довольно схож. Например, в Opera нужно также зайти в меню, выбрать раздел «Виджеты» и с помощью строки поиска найти Flash Video Downloader, после чего установить плагин в браузер. Теперь скачивать нужное видео можно нажатием на значок с изображением синей стрелки, находящейся на панели инструментов. Просто выберите желаемый формат и место сохранения файла. А сейчас рассмотрим, пожалуй, наиболее универсальный метод сохранения нужных файлов. Как известно, спрос порождает предложение. Именно поэтому всемирная сеть изобилует онлайн-сервисами для помощи в нашем деле. Достаточно зайти на один из таких сервисных сайтов и вписать адрес страницы с нужным нам файлом, а дальнейшие подсказки помогут без проблем заполучить нужный файл в свое распоряжение. Именно таким образом могут поступить и те пользователи браузера Internet Explorer, которые не желают тратить время на установку дополнительного программного обеспечения.